Двух коруб... трех коробках? Да это же не комплект. Ты же брал отдельно все. Новый, что ли? Новый, блядь. Нифига себе. У тебя бы элька тут, да? Вообще элька просто. Элька? Ну, эти шурушков. Ой-ой-ой, счастье-то сколько. Вообще, блин, полные ползунки счастья. Теперь надо только обрезать и засверлить нормально. Блядь. Так а почему по отдельности? Тут что, даже тяг нету, что ли, в комплекте? Каких? Ну, вот эти, которые идут, эти, прикручиваются. Вот они. Отдельно, что ли, идут? Ну, не было головы в комплекте, я набрал по комплектующим. Что, и намного дороже получилось? Нет. Не намного. Вал-то исключается, DFC-шный. Да. 12 баксов минуса. То на то примерно и выходит. О-о-о. Я что, первый раз такую упаковку вижу. Ага. Это, видимо, в вечернюю смену делали. Нет, Made in Taiwan, все серьезно, блядь. 197 граммов. Где Юра-то, блядь? А что, он уже все? Блядь, я всегда знал, что я вовремя включаю видеокамеру, блядь. Ты как мальчиш плохий сам. Да, только навел в ёбнулся. Так я это самое, в прошлый раз летал по ППВ. Отлично получилось. Приехал сам и говорит, о, как хорошо летает. Тут же, класс, свинячий, блядь, сразу смазился. Не, критику вы хуёво воспринимаете. Это не мы, а техника. Это что валяется-то? Это не надо, пускай лежит. Это наше место, застал блиной, видишь? Не, я думал, просто может сдуло. Нет, нет, нет. Запчасть какую-нибудь. Важно. Смотри, что полетело. Чем хорошо ФПВ поднял, отряхнул, блядь. А чё, Юра, без конвоя не летит, да? Уже сколько? А, антенну поменяю. Ой-ой-ой.